мастер, он не делает лишних движений. Вот как айкидо, ушу, там, карате, как бы мастер, он не стремится к показухе. То есть в метро ваши гири не работают. Работа против толпы, на меня толпа гопников с ломами, дистанция 5-6-7 метров, то есть за 3 секунды я их всех положу. Но если я промажу, то человек с ножом за 3 секунды будет возле меня. Yeah.